делюсь рецептом очень вкусных маринованных перцев по-армянски. Закуска готовится на основе болгарских перцев с чесноком и зеленью. Получается ароматно, остренько и пикантно. Ниже я расскажу подробнее, как приготовить перец маринованный по-армянски. Это рецепт перцев, которые необходимо съесть в течение 1-2 недель. Если вы хотите сделать заготовку на зиму, то переложите перцы в банку и стерилизуйте в кипящей воде 10-13 минут. Перец болгарский, 1 кг. Чеснок 1,5 штуки. Петрушка 1/2 пучка. Масло растительное 1/4 столовой екона. Соль 1 столовая ложка. Сахар 2 столовые ложки. Лавровый лист 5-6 штук. Уксусная кислота 70%, 5 мл. Кинза 1/4 пучка. Количество порций 4. Подготовьте все ингредиенты. Перцы помойте, удалите сердцевину и нарежьте на половинки или четвертинки. В кастрюле соедините воду, перец горошком, уксус, соль, сахар, растительное масло и лавровый лист. Доведите маринад до кипения. Перцы отварите порционно, сколько поместится в кастрюле и будет покрывать маринад, 5-6 минут. Отваренные перцы перекладывайте в тарелку и накрывайте крышкой. Пока варятся перцы, подготовьте зелень и чеснок. Крупно порубите петрушку и кинзу. Чеснок очистите от кожуры, крупные зубчики разрежьте вдоль. На дно чистой кастрюли выложите перцы, сверху посыпьте зеленью и чесноком. Чередуйте так слои, пока не закончатся ингредиенты. Сверху залейте уже приготовленным маринадом. Если он полностью не покрывает перцы, добавьте кипяток. Поставьте кастрюлю на средний огонь, доведите до кипения и варите 10 минут. Затем снимите с плиты. Оставьте перцы до полного остывания в кастрюле. Маринованные перцы по-армянски будут полностью готовы через 2 дня. Приятного аппетита!